А можно ли допустить, что, например, Масимов, Буранбаев, Сатыбалды и тот же Кудибаев находятся в колонии на общих условиях? Людей, у которых есть деньги, они могут от таких вещей отказаться. Будут люди, которые вместо них эти вещи будут делать, даже если им там по графику это положено делать. И это не преследуется. Корень причины все-таки в социальном неравенстве на воле. Почему у того же Кудибаева есть возможность получать такие посылки передачи? Да потому что он на воле неплохо жил, правильно же, да? Соответственно, у того, кто украл там, я не знаю, мешок угля, да, и его за это посадили, у него не будет возможности получать такие передачи. Он будет за пачку сигарет Кудибаева мыть вместо него там туалет. Подписывайтесь на Айран. Ссылка в закрепленном комментарии под видео.